Сегодня тема стиля популярна благодаря доступности и разнообразию фасонов одежды. Поэтому для современного человека стало абсолютно естественно следить за тенденциями и разбираться в моде. Однако в рутине дел женщина не всегда находит время купить глянцевый журнал или же прочитать блог стилиста. Именно за этим и был создан проект «Модель X Plus» от имидж-клуба «Светлана». 16 женщин разного возраста, разного роста, разных размеров, разных профессий. Но у них у всех одна общая мечта, чтобы отражение в зеркале их радовало. Женщины все разные, степень сопротивления новому присутствует всегда, но когда они в зеркале видят отражение, оно им нравится, сопротивляться этому невозможно. Сегодняшний образ для меня очень непривычен, потому что такой одежды я не носила. Чтобы платье сочеталось со спортивной обувью, для меня это впервые. Интересные модели, интересные образы, интересные смелые. То есть в повседневной жизни это, конечно же, ну, с трудом это можно использовать, но смело. Не вся эта одежда им свойственна. В обычной жизни многие из них такую одежду не носили. И у нас сегодня будет прекрасная возможность посмотреть, как они освоили новую профессию модели, демонстратора одежды и манекенщицы. Показы, глянцевые журналы, обзоры коллекций. Всегда кажется, что вещи, надетые на моделей, ну совсем не для тебя. Однако без экспериментов невозможно найти свой стиль. Поэтому не стесняйтесь примерять фасоны, даже если кажется, что этот вариант совершенно вам не подходит. А привычные классические брюки и платья иногда можно отложить в сторону и решиться на нечто очень смелое. Ты смотришь, да, в журнале, девочки красивые, худенькие, стройные, думаешь, да, им же хорошо, а как на нас будет смотреться? Здесь же уже совсем по-другому. Я люблю платья, я, да, классику очень люблю, но также я могу и в спортивке, обожаю спортивку. Только брюки и туники, потому что я вот необычная. Обычно как мы ходим? Юбочка, кофточка, да, вечно деловой такой вот ритм, да. А тут, ну, такая красота, это, ну, как высокая мода, да, красиво. Если бы вот горожане наши вот немножко нарядились бы, да, ну, какой красивый город был бы, да? Мы бы были дополнением, ну, к украшению города. Действительно, у некоторых женщин выработали стереотипы, что им что-то идет, что-то не идет, какие-то цвета им подходят, какие-то цвета не подходят. Поскольку у нас есть профессиональная команда, мы иногда эти стереотипы разрушаем, и девушки тогда на практике, получая новые образы в новых цветах, в новых фасонах, в новом крое, убеждаются в том, что, возможно, эти стереотипы были, ну, где-то ошибкой, и готовы принимать новое. По крайней мере, эти интересные эксперименты я всегда советую попробовать все. И когда они приходят в магазин на примерку, я им говорю: соглашайтесь на самые безумные идеи. Только вы потом сами вправе решить окончательно, подходит вам это или нет. А вдруг? И реально такие примеры сплошь и рядом. Большое хочу спасибо сказать Сукановой Марине Александровне, что вот она очень хороший руководитель. Любые женщины могут показывать себя. Любые мы. За все время проекта участницы «Модель X Plus» пробуют себя в нескольких образах. Принимать их или нет – дело индивидуальное. Важно увидеть, что выглядеть стильно и современно можно в любом возрасте и при любых параметрах фигуры.